Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Антон Анисимов, и сегодня у нас будет обзор на мою 10-ю самоделку под названием Лего Бар. Давайте начнем наш обзор. А начнем, как обычно, со входа. Вход у меня, конечно, не очень пока проделан. Здесь еще надо поставить дверь и немного подвысить вот эти штуки. Но этим я займусь чуть позже. А сейчас вот входим и видим сразу переднюю часть бара. Здесь у нас есть вот такая таблица. Я просто взял из какого-то китайского набора, чтобы было поприкольней. Также у нас здесь стоят две чаши. Здесь у нас располагаются два ящика. В одном хранится мороженое, а в другом у нас хранится разные мелкие детали. Также здесь столик с кристаллом и другими разными золотыми приборами. Также у нас здесь есть такая вот табличка. А наверху, вот здесь на стене имеется телевизор. И здесь ведется у нас трансляция. Также на стене у нас висит огнетушитель на всякий случай. Также мы можем вот здесь заметить потертости. Это простая деталька. Нашлась у меня такая вот. Дальше перейдем к основной части, что занимает место в баре. Это у нас здесь пока недоделанный зал. Здесь пока стоит всего лишь один стол, который я сам сделал. И к нему прилагается два таких вот сиденья кресла. Здесь у нас стены проделаны, опять же, вот с этой потертостью деталей, достаточно прикольная. А так они у нас сделаны в основном в белых цветах, ну и немного песчаных. И вот здесь у нас тоже есть стена вот такая, где очень много присутствует деталек вот с таким пупырчатые, на которых можно закреплять. Вот, например, как я здесь сделал, такую вот деталь закрепил. Но это у нас общий вид бара. Но на этом я данный обзор хочу завершить. Кому понравилось данный видеоролик, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!